находимся в тайге, 30 километров от населенного пункта примерно. Отец говорит, здесь где-то озерцо есть, вот его ищем, там, блядь, комаров пиздец, рыбы просто кишит, будем ставить мордушку и кусок сети, так что так, ищем, надеюсь, найдем это озерцо. Идем, хуй знаешь где, бля, кругом тайга, вон отец идет. Вот я, все бы ничего, мы в этих костюмах, блядь, в которых идти, блядь, невозможно, нахуй. Как-то так. Надеюсь, скоро найдем. Надо было по лесу там. Вот. Тайга. Идем, хуй знаешь где. Отец где-то отстал. Ну, сейчас должен догнать. Ну, как тебе поиски этого озерца или болотца, как его назвать? А? Целеново. Говори громче, не слышно. Плохо. Плохо? Все хорошее. А что плохого? А? Идем. Добрались. До начала озера, до какого-то, блядь, или болота. Короче, это нахуй какое-то болото. Тут, блядь, все болтается, блядь. Не утонуть бы, нахуй, тут, блядь, в тайге в этой ёбе. Наконец-то нашли вот это озерцо в тайге. 30 километров от населенного пункта. В этом озерце очень много рыбы. Говорят, очень много рыбы. Так что мы сейчас проверим. Шли сюда 3 часа, блядь. Я весь сдох. Сейчас отца вам покажу. Лучше не надо. Чего, батя, как идется тебе? А? Идется хорошо, только медленно. Медленно? Да. Вот, блядь, кувшинки тут, блядь, какие-то, нахуй. Как эта кувшинка называется? А? Фигня вся. Фигня вся. Вот. Мы его нашли, блядь. 3 часа искали. 30 километров на машине ехали еще, блядь. И 3 часа пешком искали. Ну, не сочиняй. 3 часа. По-моему, я набрал. Ты смотри, не утони, нахуй. Блядь. Тут, нахуй, этих пираньев нету, нахуй. Не сидят нас, блядь. А? Идем. Блять, не набрать бы, нахуй. Будем ставить мордушку и кусок сети. А завтра проверим. Все, батя, набрал, нахуй, в костюм свой. Все, пизда, нахуй. Я еще пока не набрал, нахуй. Вот отец начал сеть ставить. На сколько сеть? 70. Не, серьезно? Да нет. Ну на сколько, блядь? Я не знаю. 28. Сеть на 28. Так что посмотрим, блядь, кого мы поймаем. Вот она. Сеть, нахуй. Ты хоть не говорил, что на 28. Так а рыбу когда выпутывать будем? Ёпт. Сразу ясно все станет. Идем. Сеть поставили, идем. Мордушку ставить. Глубоко тут. Вот. Такая вот мордушка. Приподними ее маленько. Вот. В каждом рыболовном магазине продается. Кидаем туда хлеб. Нагольем. И сейчас будем ее ставить. Вот такая вот мордушечка. Посмотрим, какие монстры завтра попадутся. Ты веришь в монстров здесь, про которых говорят, что здесь живут? 28 сеть.
Ну, завтра посмотрим, хули. Все, поставил? Угу. Помаши рукой маме. Блядь, перехожу. Ай, блядь. Не набрать бы, блядь, нахуй, а то 3 часа, блядь, потом до машины, сука, мокрому идти, нахуй. Не, ничего. Я, комары съедят, нахуй, слева сниму, блядь. А, блядь. Ну, все, хорошо. Ай, сука, нахуй. Нахуй, болото ебучее, блядь. Утки живут здесь вот, отдыхают. Вот этой кочки. Там он отец идет. Ёбан бобан, блядь. Не утонуть бы нахуй. Куда ты завел нас, Сусанин герой, блядь? А, сука! Ёбаный в рот. Нахуй. Ты где шел? Пиздос. Итак вот, поставили мы сеть. И мордушку. Так, завтра будет вторая серия. Желтые карасе об сапоги бьются. А еще кто бьется? Можно хоть руками. Об сапоги. Ловить. Драгушки. Кто? Драгушки. Так что, смотрите, ребята. Завтра вторая серия будет. Всех с Днем России. Всех с праздником. Так что, до завтра. Завтра посмотрим наш улов. Будет какой. Да? Будет улов завтра у нас? Будет. Огромный?